сам этап вылучения регистрации кандидатов прошел без истотных отрозненно от минулых парламентских кампаний, выборчих парламентских кампаний. Я нагадываю, что менавіта про гэты этап ничего нового не утрымлівалось у апошніх рекомендациях ці постановах Центра выборкама. Гэтай процедуры не менялись. Вот, тому тут как бы мы не оцениваем, насколько спрацевало нечто новое, бо это нового не было. Значит, конечно, можно сказать, как становчий момент, то, что, в принципе, это сбор подписов отбывался в достаточно спокойной обстановке, никаких значных перешкодов для працы инициативных групп не было. Были особные моменты, особые инциденты, але они, звичайно, вырашались после скаргов, и как бы, у нас нема великих подставок говорить про то, что это там было инициировано владами, и как бы, такая вот, называть это такой кампанией по перешкоду подставок, на нашу думку, нема. Отзначены выпадки, тем не меньше, отзначены выпадки выкористания административного ресурса при сборе подписов, это как и ранее, мобилизация таких подначаленных структур кшталту школов, предприемств, которые были заряжены на сбор подписов на корысть кандидатов, видовочно, которые провладные. Это было. Значная часть кандидатов вылучалась шляхом сбору подписов. И вот процедура этой проверки подписов – это важный момент для регистрации. По наших подликах 27% наших надзиральников смогли бачить пэўныя этапы, пэўныя частки проверки сапраўднасці гэтых подпісаў. Раней такого было, ну, адзінкавыя выпадкі. Гэта, канешне, становчы момант, мы это адзначаем як становчы момант, але пры гэтым ўсё ж такі важна гаварыцца, удакладніць, што гэта не ўвесь этап проверки подпісаў, не ад пачатку да канца, а пэўныя яго моманты. Гэтых становчых 27% все ж таки далеко до идеала. И это треба робить. И это будет нашим потребованием у выниковых рекомендациях после выборов. По-перше, большая активность в сравнении с опошними кампаниями выборчими была по вылучению кандидатов. Коли у 2008 году вылучалось 365 кандидатов, у 2012 464 кандидаты, то зараз 630 кандидатов. И так само при большей активности в улучшении мы, выставляючи лишь, бачим меньший уровень отмовы в регистрации кандидатов. В 2008 было 23% отмовы, в 2012 было 25% отсоток отмовы. И 14,8 меньше 15 у этой компании.